Где можно найти первый видеовыпуск, или такого нет? Мы его потеряли, найдете, будет ваш. А где фотка с бигудями? Я очень хочу ее видеть. Как где? Вот. Ева, извините, а куда видео отправлять? В группу. Аня и Ева, это один и тот же человек? Да вы надоели! Вы что, близняшки? Просто похожи очень. Кто вы-то самый красивый, а кто самый умный, кто самый веселый и кто самый скромный? Я! Аня и Ева, вы тролли по жизни? Профитроли! Они хоть раз кому-то ответили, или тут группа типа они создали, людей привлекли, а теперь развлекайтесь как хотите, а мы раз в месяц будем заглядывать. Не беспокойся, все будет хорошо. Телефон психологической помощи на экране. Вас на улице еще не узнавали? К сожалению, только декан. Девчонки, а кто из вас кто по профессии? Акустик. Да! А девушки в рыцари принимаются? Иди ко мне, мой белый хлебушек. Какие у вас хобби? Расчленение труб. Ролевые игры. В кулинарных целях. Ева такая милаша. Дядя. А почему именно чай, а не кофе или молоко? А чем борода не санки? Признавайтесь, Настенька у вас? Недавно сбежала. А какую музыку слушаете? Не приводящую к баротрапам. Вы хотите захватить власть над миром и устроить диктат? Если да, то поведайте нам о трех основных положениях. Вам скоро сообщат. Аня, ты специально накручиваешь волосы перед темкой? Нет, бигудями. А ничего, что я вопрос на ютубе с видео послал? Не переживай, все будет хорошо. Телефон психологической помощи на экране. Почему вселенная бежевая? Ну а чем борода не санки? Глупый вопрос, но все же меня это волнует. Вас одна или две? Ну скажите об этом в следующих ответиках. Вы хотите об этом поговорить? И еще, какие у вас любимые цвета? Ну, начнем с того, что их 6. И все на одном флаге. Неужели вы действительно отсматриваете все видео, которые вам кидают на стену в группе? Да! А художественный нарциссизм? Это как? Надеюсь, не то, что я подумал. Давайте устроим оргию. А, просто засыпку. Кто из вас старше? Я! А вы материтесь? Нет! Вы коренные петербурженки? Однокоренные, как пироженка. Вот интересно, сколько же вам лет? Столько не живут. Это ваш реальный цвет волос или вы краситесь синхронно и всех обманываете? Наш натуральный цвет волос зеленый. А чего вы хотите? Мы на болоте живем. А дабстеп в начале, между кадрами и в конце выпуска вы в наглую стыдили или сотворили сами? Нагло сотворили сами. Задам-ка я другой вопрос. У вас есть блоги в ЖЖ? Кто ищет, тот обрящет, по самое искала. Как вы думаете, что будет с желудем и бибером, когда их назовут в армию? Встретятся ли они? Что из этого получится? И главный вопрос, какова масса ежика? 42. Что за кулончики у вас? Из чего они? Что на них написано? Из адаптаниума. Привет с далекой родины. Если бы вы выпускали сорт чая, каким бы он был? С чем? Как бы вы назывались? Пасодобль с чабрецом. Ваши любимые города? Все города на букву И. А сразу два. Завидуют ли Анна необычного имени Евы? Подставляли ли сестры друг друга за счет своей близняшности? У этой козюлины самое обычное имя. Она подставляет меня самим фактом своего существования. Пьете кофе вне съемок или даже во время съемок? Нет. Почему ни одной шутки про пони? Вы пони-ненавистники или пони-нейтральные? Мы с пониманием относимся к вашей проблеме. Каким жестом питон показывает, когда начинает говорить? Мы не будем это показывать. Как вы относитесь к бороде? О, да! Банальный вопрос. Вы часто ссоритесь? Еще один. Кто из вас сладкоежка? Это был мой кексик! Какой у вас тип темперамента? Интровертный экстраверт. Экстравертный интроверт. Или наоборот. И пусть питон будет появляться хоть иногда в кадре. Кто ваш любимый видеоблогер? Сегодня Бродвей. Девчонки, а Тима в курсе, что вы его кружки каждый выпуск рекламируете? А то он, может, извелся весь, не знает, с кем френдами поделиться. О, кстати. Пишет. Молодец. Хорошо. Да, он надеется. Ну, поедем.